Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, с утра обзорчик самых последних акций. Что там у нас есть? Коллекционер. Я заходил сегодня на русском сервере. В принципе, довольно-таки неплохие плюхи. Правда, хотелось, чтобы их было больше, как на других серваках. Сейчас я вам это покажу. Так, смотрим. Наборы. Такое себе. Так, награды за трату. Прайм мешок 8. Не помню, я были они не были в прошлый раз. Здесь понятно, за покупку я уже вчера показывал. Карта богатства то же самое. Парящий остров. Что у нас еще такого интересного? Коллекционер героя. Так, за рыцаря. Карту смены дают за палача. Карта смены чар. Конечно, такое фоба. За студенных землеройка. Такое же, как и в прошлый раз, по-моему, награды ничего не поменяли. Ну, в принципе, поехали, попробуем. Сейчас посмотрим только, что там у нас по акциям. Еще другое есть. Набор необычный. Войди в игру. Трать с выгодой. Рулетка удачи. Императорская. Настолки так и нет. Императорская, да, ничего такого интересного нету. Сейчас зайдем в игру, заберем плюхи. Короче, такое. Ну, коробочка чар. 5 уровня одна. Так, окей, поехали. Попробуем что-то вырулить, посмотрим, как сегодня сыпет. Кому надо, кидайте заявочки от 40к. Паролем. Так, ну, Влад Дракула, неплохо. Мега имба. Что-то я не знаю. Я вчера ребятам ролил без акций и падала намного круче ПБшка. Интересно, за сколько мы слизней соберем? Что-то вообще не слизни, нифига не падает, посмотрите. Влад Дракула опять, ну... Это просто эпический роллинг. Одни Дракула. Картешка. Ара. Да. Душ Атлант. Фараон. Паладин. Короче, ребята, это эпический роллинг. Короче, всех мега им бульдозер. Афинка. Душегуб опять. Всех мега героев мы вытащили. 10-15. Ну, давайте еще 5 штук добьем, посмотрим. Какие шансы? Раз. Капитан Рогатка. 3, 4. И... Ну... Тесса. РТшка. Варлок. Вот студеный, и давайте до следующей легенды, до феи. Итого, в среднем, чтобы получить вот этот вот бонус, сегодня у нас ушло. Нифига мы героев точно хороших не выбили. 37к, ну 35, до 40 я вложился. Но героев я толком не получил. Короче, такое... Такое себе. Я бы не сказал, что мега там трэш, но... Так, это подарки за вход. Короче, вот как-то так, ребят. Открываем плюшечки и... Железка, неплохо. Железка неплохая. Эмблемка. Необузданная ярость. Окей, поехали на английский сервер, посмотрим, что там интересного, поиграем. Как обычно, в настолку. Ведь настолка там реально офигенная. Ну, самое кайфовое это на Тайване, где я показал вчера за один
По сути, клик получаешь космо. Так, что у нас на английском? На английском у нас, кстати, коллекционера нету. Здесь тоже ничего нету. Дискаунт. Вот заметьте, зефиры практически не падают. Я каждое утро открываю, и очень хреново они начали падать. Так, что у нас тут в дискаунте? Попытки есть. Девятые эмблемки. Ну, маскировка, возможность вытащить для бездона, в принципе, неплохо. Девятая раскола. Ну, так, как обычно, в общем. Камешков я, кстати, так и не вижу. Ну, давайте еще пощелкаем. Девятый раскол. Сумки восьмые, исцеление. Ну, видите, цена тоже десятка. Интересно увидеть камни. О чем они? Я так чувствую, мы сейчас все эти прощелкаем, нифига не увидим ни одного камешка. Смотрите, уже сколько попыток. 10 смен. 4 смены вот таких вот. А вот камни. За 6. Ну ладно, давайте пощелкаем, заберем. Мне как раз на одного героя кого-то качну. Очень, как видите, фигово камешки выпадают. Да, шансов у нас уже их получить. Шанс их получить равен нулю. Ну, хоть забрали немножко. Плюс 8 штук. Так. Что у нас есть здесь? Дискаунт я вам показал. Frenzy Pack. Шоппинг спри. Тут у нас шоппинг спри. Интересного магазинное безумие. Камешки попродавали уже. Ну, такое. Подешевели некоторые. 20 зефира уже продают. В принципе, это нормальное явление. 20 зефира. Так как он уже за один пак большой, берете полпака. Собираете. Так, поехали. Второй день. Две эмблемки. Ну вот кайф. Вот нравится мне эта игра. Очень кайфовая. Так, за вход. Clash of Day, покер. Выращивание. Ну, куча разных акций, видите. Все для доната. Ну, они не меняются. Там все те же награды. Я даже не захожу туда. Что там уже? Лаудай. Не, все никак. Все никак он не родит. Так, окей. Поехали на Тайвань. Еще посмотрим и сбегаем. Глянем, что у нас делается на сервере. Что там интересного нового есть. Так, пакет накопления вот такой вот, неплохо. Здесь такие же плюхи, как и 3200. Вот вторые сумки зефира за большой пак.
245 коробок, ребят. Обалдеть. Фоба за большой пак. Ну там, конечно, смен дофига дают. Такс. Тут ничего не поменялось. А это, по-моему, еще не обновилось. Она обновится аж в 7 вечера по Москве. Да, еще нету одной попытки. Но отсюда я вчера стычки вытащил. Сразу же космо. Так, окей, поехали на... Хотел сказать Тайвань, поехали на... Айосик. Так, коллекционер. Ну, здесь коллекционер повеселее даже, чем на русском и на английском. Посмотрите, какие плюхи. За космос, за фобу. Блин, жесть. Карта богатства. То же самое, парящий остров. Поехали. Блин, вот тупо дают кигашки, не дают зефира вообще. Чё за фигня? День замка владельца. Магазинное безумие. Магазинка, наверное, скорее всего, такая же самая, как и на этом. Фоба, да. И камешка один в один. Сейчас пойдем с вами в настолку, вытащим что-то интересное. Вчера мы здесь потрешивали. Так, настолка. Следующая попыточка. И... Эх, один пазл. Ну, чё, ребят? Чё брать? Сейчас я посмотрю, какие тут плюхи вообще есть. Так, рогатка. В принципе, рогатка, рогатка, рогатка. Рогатка нам надо. Блин, забит весь инвентарь. Ну, книги дают. Ну, книги я не знаю даже, честно говоря. Сколько там книг. С книгами у меня, в принципе, проблем нету. Ящик красный кристаллом не надо. Камень судьбы, наверное, скорее всего, ребят, мы заберем недостающую новую имбу. Потому что все остальное расходники, которые мне, ну, пока... Сейчас я гляну, что у меня. У меня книжечек немножко есть. Мне, в принципе, пока хватает. Поэтому, думаю, будет правильнее забрать все-таки недостающего героя. И еще одну имбушку. Жалко, кулаков не продают уже. Поехали. Капитан рогаточка. У меня на аккаунте. Отлично. Вот так вот. Просто изи. Нифига себе, еще 100. Откуда? А, это мы вчера и позавчера заролили. Отлично. Не понял. А где он? А где мой капитан Рогатка? Я ж вроде на рогатку нажал. А, вот он пришел. Блин, я уже думал. Думал, уже не дали. Это вообще пипец был бы. Я был бы в отчаянии.
Вот так вот, таким вот темпиком мы по чуть-чуть. Так, еще одно место, чего у меня нету. Карточек. Ай! Больно всегда так делать. Эх, жизнь без Дона. Отлично. Вот так вот можете меня поздравить. У меня еще плюс. Плюс один. Герой. Так, заходим сюда. Что там у нас по квестиках? В квестиках ничего такого нету. В общем, вот так вот. Ну, что я могу сказать? Русский, как обычно, здесь, как обычно, трэш. Английский тоже хорош. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.